Дорогая, где моя туалетная бумага? Ну, с Богом. Ух ты, батя, обрадуется, я ему шляпу принесу. А кипарик мне. Левая, правая. Че, все, что ли? Ну, блин. Я думаю, он не обидится, если у него газонокосилку возьму. Акт первый. Знакомство с соседом. Парниш, походу, сутки бежит, такая одышка. Меч, кстати, на мандаринку похож, разукрашенную. Ужас! Кажется, он от кого-то убегает. Не, ну вы только посмотрите на этот измученный бег, он как будто сейчас споткнется и упадет. Вот это пинок! С таким разбегом мяч вообще в космос должен был улететь. О, ура! Теперь я могу повертеть головой, и, пожалуй, я отсюда убегу. Чё-то мне здесь очково. Блин, невидимая стенка. Подстава. Что там? Симминг. Кажется, здесь пропадают дети. Опачки. Вот это асфальт. Вы посмотрите, какие дыры! Теперь неудивительно, что здесь дети пропадают. Причем асфальт снизу насквозь просматривается. Прям какой-то проход в Нарнию, слушайте. Ну-ка, с другой стороны. О, да здесь вроде более-менее все. А, не, здесь тоже с этой стороны такая же ерунда. Роскошно, конечно, роскошно. Постарались геймдизайнеры и 3D-моделисты. Короче, красавцы. Вот меня напрягает вот эта картинка. Симминг. Вроде бы потерялись люди, да, фотографий нет, просто силуэты. Как бы кого искать? Какая же здесь кукотища, даже поболтать не с кем. Фига себе. Вы только гляньте на мои ноги. Фристайлер! Где шатать его, мой мячик? О, вспомни про него. Выкатился. Ты откуда здесь взялся? Я когда бежал, тебя здесь не было. Кривоногий пацан вздохнул, как пернул. Да что ты с ним будешь делать? Ты пернул или вздохнул? Че там, косые мои глаза, происходит? Кто-то блюванул. Походу, у соседа геморрой. Бедняжка. Дорогая, где моя туалетная бумага? А нет, походу, я ошибся. Надо подойти поближе, разузнать, что же у него там, какую болячку он подцепил. Жена, в туалет не заходи 2 часа минимум. Мать честная, что же у него там в туалете-то происходит? Вот это крики! Сосед, ты что натворил? Нифига себе, нежданчик! Это что, он меня в туалете закрыл? Че, все, я допрыгался, типа? Вот на кой я туда вообще полез-то, а? Живенький! Боюсь, я в этот дом больше не ногой. Я, короче, решил свалить с этого места. Сейчас попутку поймаю. И поедем. О, дружище! Фига он промчался. Как Формула-1. Я только сейчас обратил внимание, что здесь деревья в виде грибов. Вы посмотрите только на них. А мою тень видел? Ты посмотри. Я вообще не пацан ни разу. Я какой-то амбал. О-о-о-о. Сейчас, таксую. Моржовый жир. Эй, стопэ! Картофанте в глушак! Вот так вот, значит, да? Стритрейсеры недоделанные. Ладно. Не хотите по-хорошему останавливаться? Тогда вот так вот буду. Кажись, одним баком я здесь не отделаюсь. Эх, бак, бачок, становись сюда.
Это что на меня так деревья-грибы воздействуют? Ну ладно, не беда. Бинго! Сосед, знал бы ты, как я тебя ненавижу. Так, валим. Шикарно! Белиссимо! Вот это только еще поправить надо. Обалденно перфекто! О, соседушка! За здоровьем следит, зарядку делает. Молодец. И доширак ест. Красавчик. Чё-то его пример заразителен. Дай-ка я с ним тоже позанимаюсь. О, газонокосилка. Левый-правый. Чё, всё что ли? Ну блин, я думаю, он не обидится, если у него газонокосилку возьму. Мне-то она явно нужнее, чем ему. Итак, дамы и господа, рейсинг-мастер заявился на гонку на газонокосилках. О да, я по-любому займу первое место. Гони, мой железный конь. Может, туда топливо для самолетов залить? Побыстрее будет ехать, а? Ладно, пойдем со мной, сейчас мы тебе проведем настоящий тест-драйв. О нет, все мой контейнер. Я их так долго расставлял. А ну-ка, отведайте это. Да им вообще, походу, по барабану. Я, короче, подумал, может, я слишком мелкий, меня не замечает, поэтому я встал на мусорный бак. И посмотрим на результат. Кажись, что-то едет. Ух ты! Надо бы повторить. 501-й к запуску готов. Ожидая старта. Ну, с Богом. Короче, ясно. Газонокосилка. Воу! То ли машина насквозь меня прошла, то ли я ее. Но это сейчас не важно. Важно то, что я понял одну важную вещь. Отсюда, с этого района, мне никуда не деться. Долбаная дверь. Ну, наконец-то. Ма, я дома. Походу, дом никого. Ядрен батон. Я и не видел, что у нас тут такие щели-то в двери. Жесть. А я-то думал, откуда такие сквозняки-то? О, сейчас я вам покажу мою любимую прятку. Я обожаю просто залазить в шкафы. Блин, кажется, я застрял. Фристайлер! Фракенмантон! Это мой телевизор. Обожаю его смотреть, но обычно по нему ничего не показывают. Блин. Слава богу, не сломал. А то мне батя всыпал по первое число. А это мамина картина. Да что ж я рукожоп-то такой? Учитывая тот факт, что я дома могу нафиг все расхерачить, я решил пойти к соседу. Сосед, выходи! Короче, сосед пошел искать, кто ему окно расхерачил. А мы втихаря пока проникнем к нему в дом. Ух ты, батя, обрадуется, я ему шляпу принесу, а кипарик мне. Зачетная обувь. Ну-ка, сосед далеко. Так, туфли сестре. Это мне. Чё тут еще есть? Ой-ой-ой, чё и пукан подгорает. Валим. Короче, этот сосед в меня чем-то пульнул. Сейчас я ему буду мстить. Лови! Держи свой кипарик. Лови свою туфлю в лоб. Нафиг мне от тебя ничего не нужно, понял? Сейчас я тебе в спину мусорка кину, лови. Да блин, какое корявое, а. Ну опять что-то в меня кинул. Опачки, майонез что ли? Да он обалдел пищевыми продуктами раскидываться. Сейчас ты огребешь у меня по полной. Получай шпан. Ой, нежданчик. Не думал, что попаду. Ладно, сейчас будет миссия невыполнима. Марш-бросок. Шкеримся здесь. Так, куда он ушел? Бежим. Так, туфли. Мне нужны новые туфли. Так, огонь. Пойдет. Так, маме туфли тоже надо. О, классные туфли. Так, теперь, чтобы мне проще было бежать, надо это все перекинуть к себе. Ой, полё. Валим. Обстрел. Получил, усач, да? Лови еще. Блин, всю обувь опять израсходовал. Вылазка за телеком. Быстро.
Сосед вышел из дома? Ага. Сейчас. Телек. Я слышу телек. Почему он на полу? Значит, не нужен. Значит, я его забираю. Ой-ой-ой, валим. Фух. Главное теперь телек не расхерачить. Во! Не то. О, поиграл, блин, в боулинг. Так, главное, чтобы включился. Ну-ка. О, да. Ну все, сосед, теперь ты будешь смотреть телек только с моего крыльца. Пойду расскажу ему эту радостную новость. Сосед, иди телек зацени. Валим. А я в принципе чё, я телек сижу смотрю. Короче, батя приехал домой, навтыкал мне люлей, сказал, чтоб я телек вернул. Ну ладно, чё, пойду возвращать. Сосед, держи возврат. Ой, кажется, я ему зуб выбил. Так, сосед вроде снова вышел. Зайду через окно. Ой-ой-ой-ой, палево, пукан горит. Шкафчик, надеюсь, не спалился. Ой-ой-ой-ой, мама мия. Привет. Нет! Где это я? Не понял. Что это за фигня? Эй! Это ты мне? А я тебе. О, прикольная кукла. Что вообще происходит? Где я? Оу! Нифига себе. Авария? Это же сосед. Капец. Он заглянул в тачку, что-то там увидел. И расплакался. Я в тачке вообще никого не вижу. Опачки. Туфелька. Кажись, в этой машине ехала девушка. Ладно, пойду на свет. Я иду к тебе. Point.